Администрация Первоуральска опубликовала новое видеообращение горожанам. О конкретных действиях, принимаемых на сегодняшний день по улучшению качества воды в городе, рассказал заместитель главы по вопросам ЖКХ Денис Поляков. Уважаемые жители городского округа Первоуральск, сегодня, 21 июля 2023 года, силами сотрудников водоканала продолжаются работы по промывке сетей холодного водоснабжения с целью минимизации повторного загрязнения в сетях по адресам Советская 6А, Советская 20В в районе школы номер 4 в центральной части города, а также на Ватутина 62. Также в ежедневном режиме сотрудники водоканала осуществляется отбор проб с целью контроля за качеством поставляемой воды в городской округ Первоуральск. Это три источника: Ревдинский водовод, Нижнесергинский водовод, а также Верхнешайтанское водохранилище. Работы будут сегодня продолжены по отбору проб на улице Трубников, Комсомольская 5Б, с водозаборных колонок, расположенных в частном секторе в городе, а также на станции третьего подъема Верхнешайтанского водохранилища. Подвоз воды сотрудников водоканала будет осуществлен в строгом соответствии с графиком, который размещен на сайте водоканала. Ситуацию с качеством холодного водоснабжения прокомментировал и глава Первоуральска. Несколько часов назад Игорь Кобец выступил с важным заявлением. Уважаемые первоуральцы, по ситуации с холодным водоснабжением ситуация стала стабилизироваться. Далее проводятся работы по промывке систем водоснабжения. В ближайшие дни, возможно, в некоторых районах в связи с данными работами снижения давления в сети холодного водоснабжения. Также организован подвоз воды, который будет осуществляться строго по графику. Также мной принято решение о перерасчете за тот период, пока вода в городе была ненадлежащего качества.